показываю, как культурно нужно отдыхать. Специально мангал, скамейки и столики. И никакого мусора. Обратите внимание, товарищи, на это дело. А не как мы приходим, мангал строим. Мы идем по мостику. Растительность, растительность. Так, это у нас пляж. О. Так, а это у нас крокодильчики. Крокодильчики. О, здесь много-много рыбок. Маленьких. Крокодильчиков пока не видно. Пляж, мостик, отдыхающие. Мы идем по чистому песочку. Никаких осколков, ни окурков, ни ошмотков мусора. Все так чисто. А вон самолет летит. О. Так. Воздух чистый, морской. Кого? Оставь покой, кузнеца. Так, кузнец, к тебе пристают там. Как? Ты же женился на кузнеце. Чайка. Папа, будем плавать? В общем, это парк такой, чтобы, короче, отдыхать. Зона отдыха, да. Да, зона отдыха. Но я многого не ожидал. Я просто хожу удивился. Я думал, что все-таки здесь как-то они говорят, будем наблюдать за птицами. Я думал, что здесь типа дальше, типа заповедник. Понятно. Это Вероника идет. Чайка ушла. Андрей. Чайка полетела. Одна единственная. Все ушли, а дальше празднуют Новый год. Андрюш, а подойдем, где чище вода? Здесь вода не очень чищая. Пойдем дальше.